Однопартиец Авакова Максим Поляков внес за себя залог 304 тысячи гривен. Об этом сам Поляков, подозреваемый в получении взятки, отчитался в Фейсбуке. А вот носить электронный браслет Поляков отказался и утверждает, что это принуждение противоречит Конституции. Ранее надеть браслет на фигуранта янтарного дела постановил суд. Правоохранители заявили, что пытались это сделать, но безрезультатно. Другой подозреваемый по янтарному делу, нардеп Борислав Розенблат, браслет уже носит, а солидный залог в 7 миллионов гривен, как утверждает, за него внесла семья. Пока Розенблат не расстался со своим загранпаспортом. Все, говорит, из-за опечатки в документе.